У ефірі програма «Новини регіону» у студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас і у гетим випуску глядіте. От будовництва дорог до створения скверов и парков у Бобруйску идет громадское обмеркование генплану развития города до 2030 года. 34 одинки зброї, больше за 12 килограммов вибухових речива у виніки специального комплексного мероприемства «Арсенал» по области. Самые дорогие билеты и райдеры «Зорок», як идет подрыхтовка до международного фестиваля «Золотый шлягер» у материале наших корреспондентов. На 120 гектаров повялічыцца площа Магілёўскай в области на мяжы с Минской. Гэта выники плановой корректировки границ, якая ладится по доручению Урада Беларуси. На предприемстве Магілёў гіпразем патлумачылі, границы помеж областями и районами были вызначены у 60-70-х годах минулого стагодзя. У основным яны проходят по ускрайку леса, ці мяжуюць по рэках. За гэты час у одним месцы павялічана плошча лесу, у іншым пасля яго выкарчоўкі распрацаваны палеткі. Рэчкі за паўстагоддзя таксама памянялі свое рэчышча. Таким чынам фактычна змянілася і мяжа паміж районами, удакладнілі спецыялісты Магілёў гіпразем. На картах же яна пакуль засталася ранейшай. Таму зараз вызначаюцца дакладныя контуры границ. У Мінскай вобласці нормалізацыя мяжы завершена. У выніку 1969 гектараў зямлі з Магілёўскай вобласці адыходзіць да Мінскай, а з Мінскай да Магілёўскай 2090 гектараў. У наступным годзе установление границ пачнецца у Магілёўскай, Віцебскай и Гомельскай областях. У Магілёў гіпраземе подкрэслілі, корректировка закране усе районы без выключения. Тем часом у Бобруйску идет громадское обмеркование генерального плана развития города до 2030 года. Познайомиться с экспозицией его проекта можно у отделе архитектуры и города будовництва альбо на сайте Гарвыканкама. Як будет выглядеть Бобруйск необыякова для многих граждан? До специалистов поступило каля двух десятков пропанов и зворотов. Бобруйск застанется у своих теперешних границах, расти ни увысь, ни ушир, он не будет. По словам головного архитектора города, для исторической частки Бобруйска основным станет захование его аутентичности. Этому будет отповедать и развитие центральных улиц. Советская, социалистичная, Пушкина. На генплан могут реально поуплывать меркование горожан. Например, жыхары улицы Горкага выказались супроть шарады гандлевых кропок, будовництво яких было запланировано. Они обратились с предложением о создании там какого-то зеленого сквера, бульвара. Да? То есть, в принципе, я как архитектор, я эту идею поддерживаю. Да? То есть, это нормальное, правильное решение. Пропановы от горожан поступают самые разные. От будовництва дорог до створения скверов и парков. Генплан – это, конечно, стратегичный регламент развития города, але кончатковый выник повинен быть один – комфорт жыхароў. Так, до прикладу, запланировано будовництво новой школы и детячего садку, а еще створение другого парадного уезда в Бобруйск с Минского на керунку. И у бобрачан еще шмат пропанов. Ну, побольше сквериков таких небольших, где можно было посидеть, отдохнуть, послушать музыку негромкую, допустим. Какое-то музыкальное кафе. Необходимо уделить особое внимание развлечению детей, молодежи, потому что наш парк находится не в лучшем состоянии, и поэтому детей развлекать и куда-то водить у нас в Бобруйске, в принципе, некуда. Меня все устраивает абсолютно. Детские площадки можно было бы, конечно, более... улучшить, да, благоустроить. Сообщение автобусов. Очень плохо добираться с нашего района. Тоже хотелось бы. Это район какой? Автобусы, район Киселевич. Автобусы 5D, 5А. Я живу в 6-м микрорайоне. На мой взгляд, не хватает хороших дворов, дорог, въездов. Для развития подростков нет никаких клубов, таких вот по интересам, ну, в общем, спортивных площадок. Пропановы у отдел архитектуры и городобудовництва можно досылать письмово на адрес интернациональная 31, альбо на его электронную почту. Громадское обмеркование протягнется до 16 кастрычника. Снежана Крыжевич, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, «Новини регіону» з Бобруйска. Конфисковали 34 одинки неуличенной зброи, больше за 12 килограммов выбуховых речевов. Правоохранники подвели выники специального комплексного мероприемства «Арсенал», якое прошло на территории в области.
У милиции отзначают, насильство доброахвотно сдало неуличной зброя маль у два раза больше, чем конфисковали правоохранники. Разом с тем было зафиксовано 61 порушение правил оборочивания зброи. За это конфисковали 101 зброи. Подчас специального комплексного мероприемства «Арсенал» за незаконные деяния у относинах до зброи и боеприпасов завели 4 криминальных справы. Что год про себе нагадывая реха войны. У нас большое количество минометных мин было обнаружено в Быховском районе. Там более 80 различных взрывоопасных предметов, которые тоже были уничтожены. Больше 12 килограмм тротиловых шашков было обнаружено в лесном массиве в Чавовском районе, тоже, которое уничтожено саперами. У милиции нагадывают, что громадяне, которые сдали зброю доброохотно, вызволяются от криминальной отказности. Андрей Шуляк, Сергей Карпяков, Денис Бутылин. Новини региона. Правоохоронники звертаются за допомогой до могилевчан и жыхароў области. Вартовые правопорядку шукают мати новонародженной дзяўчынки, тело якой было знойдено на заводе по перапрацоўцы бытовых отходов. Милиционеры спадзяюцца на допомогу громадян у раскрытии злачынства и просить уважливо поглядеть на речи, у якія была загорнута тело малой. Гэта два рушника. Один маленький с дитячим малюнком, другий великий, а еще на матрацник. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности биологической матери новорожденной девочки. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам Могилевской области, а также других регионов страны, располагающими информацией о женщине, которая имела внешние признаки беременности, а в настоящее время такие признаки отсутствуют, а также отсутствует и новорожденный ребенок. Правоохоронники звертаются до всех, кто володает информацией, которая может помочь в раскрытии злочинства, потелефоновать по номерах, которые вы зараз бачите на экранах, альбо по номеру 102. Анонимность и узнагороджування гарантуется. У Осіповіцкім районе грузовой тягник Осіповіч Градянка сутикнулся с причепом автомобиля МАЗ. Здарение отбылось на 23-м километре перегона Лапіч Градянка на нерегулируемом чыгуначным переезде, каля припыночного пункта Убарок. На момент сутикнення у тепловозе находились машинисты и помощник машиниста. Автомобиль МАЗ был пусты. На счастье, обошлось без ахвяр. У вынику сутикнення две колесные пары семивагонного техника, груженного щебнем, сошли с рельса. У затримка руху одного техника склала 57 хвилин. Ремонтные работы полностью завершены, чыгуначный рух обновлены. Расследование по факте здарения проводит отделение ДАИ Осіповіцкага РАУС. Высветляется и приналежность автомобиля МАЗ. Продаж квитков на международный фестиваль «Золотый шлягер» у самым разгары, причем самыми популярными оказались дорогие билеты на открытие и закрытие. Нагадаем, музычный форум пройдет в Могилеве с 22 по 29 кастрычника. Головной пляцовкой фестивалю станет Палац культуры в области. Организаторы обещают насыщенную и разножанровую программу. Выступления джазовых музыкантов, шмат замежных и белорусских артистов, сольные концерты, творчий проект областной филармонии и навод оперные спеваки. Программа, как кажуть, на любой густ. Покуль все запрошенные артисты подтвердили свой удел у шлягеры, и теперь организаторы сбирают райдеры. Нам приезжают звезды зарубежной эстрады. Вот. Это такие, как Африк Симон, Германия. Вот. Потом Анжей Вексель, Польша. Группа Joy Австрия. Вот они самые первые. Приезжают 23 числа, уже как бы приобретаем билеты на самолеты и встречаем в городе Минске. Привозим сюда. Многие спеваки прибудут техником непосредственно у областный центр. Например, Эдита Пьеха приедет из Санкт-Петербурга и планует поселиться у гостиницы «Могилев», где и будет дальше проживать большинство гостей. Мы готовимся, действительно очень стараемся, чтобы всем было хорошо, уютно и комфортно. На данный момент, например, мы для гостей, может быть, там поселится Эдита Пьеха, делаем большие просторные апартаменты, заказали шикарную белую мебель. Хотим, чтобы город выглядел на уровне. Дарэчы, сёлета незвычайных пунктов у райдерах зорак, якія удзельнічаюць у «Золотым шлягер», не было. Адзінае ад усіх пожадання, каб на концертной пляцоўцы і у гасцініцы было тёпла, бадай самое распаўсюджанае восеньское жаданне. Эдита Пьехи райдер очень скромный. Проезд, проживание, питание. Юрий Антонов несколько лет тому назад в январе попросил, чтобы у него в номере была свежая клубника круглые сутки. Как бы был вопрос, но мы тоже его решили. Это полное затемнение окон, как правило, артисты запрашивают, чтобы комфортно им было отдохнуть после дороги в течение светового дня. Ну, из такого необычного, пожалуй, все. Остальное все решаем и все выполняем.
Билеты активно продаются у кассах филармонии. Цены на тематичные программы от 15 до 22 рублей. Гала-концерты и сольники, безумовно, больше дорогие. Сказать конкретно, уделить на какой-то один концерт, нет. Все идут, потихоньку берут на все, как бы, концерты предпочитают. В основном, как бы, могилевчане больше любят наши концерты, наших артистов. И, как бы, так спрашивают, есть ли билетики. Ну да, мы ждем всех, мы отвечаем по телефону, приходите, если нужно, бронируем. Зарубежная, конечно, эстрада нас порадовала в этом году. Шлягер тоже люди так читают, спрашивают, точно ли будут, точно ли приедут. Официальное открытие призначено на 24 кастрычника у Палаца культуры в области. Усяго у золотым шлягеры выступят представники 9 краин свету. Катерина Градницкая, Виталь Вопсев, новини региона. Пераможца областного этапа республиканской акции «Сем'я служим разом» живе у Могилеве. Шмадетная семья Феофановых 13 кастрычника у Витебску представить Могилевщину у финале мероприемства Министерства внутренних справ. На передодні наши корреспонденты наведали семейство, где выховывают 6 детей. Здравствуйте. Проходите. Вот наше большое семейство. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Привет. Великое семейство сустракает нашу здымочную группу у полном складе. Начинается наше знакомство с семьей Феофановых. И Анатоль, и Ирина народились у Быхове, там и познакомились. У их пригожая история кохання. На коленке становился, цветы дарил, то есть везде ловил. Везде, да. Анатоль ведал, что первенцем обовязково будет хлопчик. Я знал, что это будет именно Валерий. Потому что мой отец Валерий Анатольевич, я Анатолий Валерьевич. Ну, соответственно, выбора не было тут однозначного имени. Этот однозначно Валерий Анатольевич был. Проз 2 года день у день народился Валентин, проз 8 – Ваня. Феофановы вырашили, что у доме повинна быть принцесса. З'явилась Василиса Прыгожая. Потом народился Яуген. А 7 месяцев тому з'явился еще один сын, якому одразу дали титул Александр VI. У батьки Анатолия складанная профессия. Он милиционер, але дома старейшие хлопцы допомагают. У нас мальчишки, они нам, во-первых, помогают, они это однозначно. То есть у них как бы улица вот на втором месте, но и что касается вот сестры, братьев, помочь, это на первом месте. То есть мы сначала помогли, все сделали, родители помогли, все. Велосипеды взяли, понеслись на улицу кататься. До речи хлопцы ведают, кем жадают стать. Я как бы всегда хотел стать, если поступал, Феофановы добро ведают, что треба, каб у доме, где живе семья с 8 человек, пановали спокой, тепло и утульность. Быть дружными. И все вместе. Все вместе. То есть собрались что-то делать все вместе, собрались куда-то ехать все вместе. То есть не отделяться, помогать друг другу. Катерина Булукова, Сергей Карпяков, Миколай Соболев, новини региона. В Могилевском театре «Лялик» ушановали работников культуры в области. Мероприемство промерковали до профессийного свята. Все подробности глядите у дальнейших выпусках новин. А на передодні своих выкладчиков веншували юные таленты из Могилевского державного колледжа мастацтваў. Это, до речи, первое свято, якое колледж мастацтваў сустракая разом с библиотечным колледжем. Нагадаем, все лето прошло объединение двух установ. Теперь у одной научальной установе адукации отрымливают 780 навученцев. Все яны творчие, неповторные, один на одного. Говорят, что колледж мастацтваў для их первый крок у обранной профессии, які дозволит идти далее и прославлять традиции Беларуси. Я хочу быть руководителем народного ансамбля, но хочу еще дальше учиться на высшую. Хочу с режиссурой немножко жизнь тоже связать. Для творческого человека самое главное что? Харизма, наверное, это в первую очередь. А также, может быть, ну, вот что-то сценическое, голос также. Ну, пластика. Учит писать сценарии, учит актерскому, пластике, танцу. То есть общенаправленное культурное развитие для меня это как минимум полезно. Любое искусство, любой жанр не бывает чистого, то есть такого нету понятия. Да? Все равно это синтез сочетание с чем-то, с кем-то, да? С какими-то направлениями. Поэтому я считаю, что ребята только как бы получают плюс от того, что они объединились, и все это вместе происходит в одних стенах. Поэтому они видят, они развиваются, они учатся, они просто-напросто становятся не узконаправленными специалистами, а такими специалистами, которые могут потом себя проявить. Усе новини про життё в области на нашем сайте tvrmogilev.by, а я с вами развитываюся. До встречи в эфире.